up at the apartment, they guess adventure. Must be dementia that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? UV Jam Rock, the lyrical official. Send out the order, laws and the ritual. Я приветствую всех любителей танцев. Вы смотрите передачу «Танцуй» на городском телеканале ЮТВ вместе с ее ведущим Артуром Клещом Хабировым. В течение года мы стараемся посещать различные танцевальные мероприятия нашей огромной страны. И сегодня наш выпуск будет посвящен одному из них. Совсем недавно мы посетили ежегодный крупный международный танцевальный фестиваль, который проходил в городе Челябинск, мероприятие под названием Energy 2016. В этом году Energy было представлено такими танцевальными стилями, как брейкинг, брейкданс, хип-хоп, хаус, паппинг, ну и, конечно же, локинг. И была отдельная номинация под названием стрит-шоу. Стрит-шоу – это когда десятки молодых ребят танцуют одновременно, показывают какую-то интересную танцевальную идею и потом ждут результатов судей, как и в других номинациях, конечно же. Если вы хотите узнать, как зажигательно и танцевально было в те жаркие дни, садитесь удобнее и смотрите данный выпуск вместе с нашей передачей. Только что приехали в Челябинск. Рядом со мной очень серьезный хип-хоп-деятель из города Уфа. Я думаю, главный хип-хоп-модник нашего города – это Виталий Жульков, он же бибой-птица. С ним мы ездим вообще на мероприятие уже с 2004 года, уже 12 лет, Виталик. Приехали на мероприятие Energy. Чем оно славится вообще? Что ты можешь о нем сказать? О, давай завтра. Завтра. Сегодня, на самом деле, я ничего не снимал в поезде, потому что в поезде я давно не ездил. Ездить с вахтовиками, которые едут куда-то на вахту. Еще опоздали. Опоздали, да, чуть-чуть. Но все, в принципе, успели, поэтому сейчас поедем в гостиницу «Южный Урал», заселимся. Вот. До Челябинска обычно доезжать очень просто. Вы можете сесть на поезд, доехать за буквально 1000 рублей. Читать лайки. Да то хватит этого, да. Это нужно, конечно же, делать, подписываться на YouTube-канал. Сейчас поедем до гостиницы «Южный Урал». Там обычно все бибои тусуют со времен 2004 года. Мероприятие действительно международного формата. В том году было 15 лет Energy. Вот. 15 было лет Energy, да? В том году. Может, позапрошлом. Но в этом действительно, как будто с 2000 года оно идет. Гостиница «Южный Урал» очень для танцоров бюджетная, удобство на этаже. Нет, вот мы не берем люкс, обычно не берем, потому что мы любим отдыхать сурово. И стоит всего лишь 550 рублей, представляете? Для танцоров, да. Полторы. Вот, так что если вы будете приезжать на фестиваль Energy, говорите, что вы танцоры, и говорите пароль Energy. Мы едем вообще или стоим? Ты не нажал кнопку. Виталий Жульков, а? Набрал кучу шмоток. Виталий просто дизайнер. Он делает очень крутые шапки, футболки, сумки, портфели, рюкзаки. Уже боюсь представить, что это за апартаменты у нас. Надо найти ключик. Вообще лакшери, да? Но сейчас достану ключик, подождите, далеко не уходите, и включу камеру. Итак, вы готовы посмотреть апартаменты богов? Просто 550 рублей в сутки. Что же нас ждет за этот нереальный кэш? Сейчас посмотрим. 550 рублей в сутки.
Где же свет? Нужно найти свет. Вот он, свет. Вот, смотрите, все очень скромно. Свет, освещение цвета моей куртки оранжевый. Вот, на самом деле, одному можно отдохнуть нормально. Да, окна сказали, все тепло. Батарейки работают. Вот, посмотрите, все работает. Сейчас скину вещи и потом пойдем кушать с Виталием Жульковым. А вот эта штука, наверное, это там печка просто. Печка. Я даже боюсь представить, что там. Закидываешь дрова, и тебе в номере намного теплее. Вот он, солнечный Челябинск. Завтра пойдем гулять по Арбату. На самом деле, смотрел в интернете, а чем вообще запоминается Челябинск. Извините, конечно, челябинцы коренные, но как будто очень мало достопримечательностей. Но я верю, что в Челябинске очень много крутого. Есть Арбат, действительно, у нас в Уфе его нету. Сегодня не знаю, как будет проходить время. Нужно в первую очередь пройти командные отборы. Мы танцуем брейк-данс, как я уже миллион раз повторял. И наша задача пройти отбор в завтрашний день. Потому что завтра будет зажигательно, интересно и довольно-таки круто. Батлы в номинации Big Girls, это девушки, которые танцуют Break Girls. Судьи отобрали, наверное, 8 участниц, может быть 16. Судят номинацию Break, как командные батлы, так и один на один. Три очень опытных танцора, это Шамал, представитель команды Predators, это Дима Резкий, представитель команды Top 9. И Серега 100 баллов, представляет команду Fun Fanatics, поэтому смотрите внимательно. Привет, меня зовут Лена, или, как известно, Лия Москитос и команда матрешки Инжарс и Эль Москитос. Я из России, из Москвы. Собственно, мне 29 лет. Танцую я, наверное, уже лет 8. А вот танцую Locking House UK Jazz Dance. Наверное, локинг – это больше social dance, это грувы, это то, что несет с собой фанк-музыка. Меня, в принципе, вдохновляет брейкинг, и почему, могу сказать, и почему я танцую локинг, да, это все для меня взаимосвязано, потому что это фанк-течение, фанк-музыка, и вот для меня локинг – это вот что-то, другая сторона фанк-музыки. Одна часть – это брейкинг, другая часть – это локинг. Для меня это такая более грувовая, более неординарная, наверное, поэтому мало людей, кто танцует этот стиль.
Вот, и, ну, естественно, это как и любой танец, это express yourself. Хотелось бы пожелать, чтобы стиль все-таки процветал, чтобы он становился шире, глубже, интересней. Как брейкинг когда-то давно, он только начинался и развивался. Сейчас это очень большой комьюнити. Локинг почему-то пока еще не так велик, да, не такой большой. И хотелось бы, чтобы эта сторона фанк-культуры, фанк-музыки, фанк-течения, чтобы она также развивалась, становилась широкой, становилась красивой, чтобы людям хотелось быть этой частью, да, а это, наверное, прежде всего некоторая свобода, и каждый хочет ухватить кусочек свободы и самовыражения. Будьте свободны, любите то, что вы делаете, самовыражайтесь, как вы хотите, и не забывайте про чистоту, искренность и красоту движений. Тогда всем остальным будет приятно на вас смотреть и вас любить. Любите всех!
Сложно сказать, чего не хватает энерджи, потому что достаточно массовое событие, такое масштабное, и сложно сконцентрироваться на чем-то, потому что много процессов единовременно проходит. Но, конечно, хочется больше заботы об участниках, потому что это, в принципе, то самое, ради чего ходят зрители, ради чего, в принципе, все это и создается. Наверное, много всего можно в минусы, в плюсы выкинуть. На самом деле вся суть в том, чтобы организаторы больше смотрели за тем, чтобы максимально с каждым годом участникам все было проще и проще принимать участие в таком фестивале, чтобы им было приятнее и удобств было побольше, то есть сервис наращивался. Ну и с точки зрения участников, конечно, хотелось бы, чтобы не только сюда Урал и какой-то ближайший регион ездил, потому что страна у нас большая, и ту же самую Москву хотелось бы видеть, как ни крути, но на данный момент это фестиваль самой богатой истории на всю Россию, и он не в Москве. И он самый масштабный, поэтому хочется здесь видеть больше уровневых танцоров, они в большей степени в Москве проживают, в Санкт-Петербурге. Вот, поэтому, ребята, поддерживайте все-таки, мы живем в одной стране, а не в разных городах. Всем привет, меня зовут Дима Резкий, также я известен как Reactive 98, представляю команду Top 9 Санкт-Петербург и MZK Lifestyle. На этом мероприятии я приглашен в качестве судьи по брейку, также я играл сет на вечеринке, в общем, мне очень нравится здесь находиться, очень здорово. Прежде всего, любой судья в любой номинации, неважно, брейк это, хип-хоп, хаус, должен быть беспристрастным. То есть он не должен думать о том, что, окей, это мои друзья, это мои враги. Нет, здесь и сейчас. Главное судить баттл именно здесь и сейчас. Неважно, кто чего делал, как, когда, там, кто отдыхал, кто-то сильнее, кто-то слабее. Вот вы сейчас показываете, и нужно быть в настоящем моменте. Для меня это самое главное. В повседневной жизни я занимаюсь хип-хоп-культурой. Для меня это моя жизнь уже на очень долгое время. И сейчас я работаю с детьми в первом детском эстрадном центре в Санкт-Петербурге. Обучаю их брейку, хип-хопу, диджеингу, ставлю постановки,
Мне это очень нравится, я вижу в этом большой смысл и благое дело. Также я выступаю на различных сценах, занимаюсь продвижением себя как диджея. То есть вообще у меня мечта создать свой театр, где я смогу ставить постановки с людьми, которых я уважаю, ценю и люблю. Но это в будущем. Я хочу пожелать всем танцующим людям, чтобы они еще больше танцевали, чтобы они верили в себя, чтобы они учились у друг друга. Всегда думали о том, что дальше. Есть у них, если у вас есть какой-то определенный уровень, вы достигли чего-то, вы думаете, у нас все получается. Посмотрите, что вам не хватает, посмотрите, что дальше. То есть для меня вот эта работа над собой, она каждодневная. Я стараюсь так подходить, думать о том, что мне не хватает. Может быть, мой скретч не такой крутой, как может быть, пойду попилю. Может быть, мой фриз не такой устойчивый, как может быть, пойду поставлю на фризах. Может быть, мой хип-хоп не такой кочевый, каким может быть, пойду качать. То есть вот это вот быть вечным учеником. Если послушать именно уважаемых танцоров, которые вот там взрослые уже мужики, ну прям серьезные, мои учителя, на которых я всегда равняюсь, смотрю, и они всегда говорят, никогда не будь мастером, всегда будь учеником. И все-таки, конечно, хочется пожелать молодому поколению, чтобы они знали историю, чтобы они уважали тех, кто был до них, потому что не было бы учителей, не было и вас того, что сейчас есть большой фестиваль, да, сейчас мы находимся здесь, и по всей России, по всему миру проводится много фестивалей. Это все благодаря людям, которые качали в андеграунде, качали на улицах, качали на вечеринках в клубах, у которых не было больших призовых фондов, да, или что-то еще. Это хорошо, что сейчас так есть, но нельзя забывать о корнях и о старшем поколении, потому что вы молодежь, вы тоже в скором времени постареете. Какого вы хотите отношения? Чтобы вас забыли, чтобы вас помнили и уважали. То есть первые места, всевозможные батлы, там, это все уйдет, останется только уважение. Если вас уважают, это с вами останется навсегда. Не ваше движение, вы через 10 лет, те, кому-то там 15-20 лет, через 10-15 лет многие фишки, которые вы уже сейчас делаете, вы не сможете делать. Понимаете, должно быть уважение. Да какие у меня пожелания? Развивайтесь, танцуйте, общайтесь. Большое спасибо всем, кто откликнулся на наше приглашение. Очень приятно, что вы так реагируете, что еще не все потеряно у нас в культуре, когда, скажем, если мне не оплатят проезд, я не поеду. Хорошо, что этого, оно может быть есть, но не в тех масштабах. Все разговаривают, все договариваются, но мы всегда предлагаем условия, люди предлагают условия, поэтому давайте дружить, общаться и гасить, танцевать. Всем мир! Вот таким жарким и зажигательным был фестиваль Energy 2016 в этом году. Вступайте в нашу группу в социальных сетях, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ну и, конечно же, не забывайте про Instagram. Желаю вам быть полными силы и энергии. Танцуйте, не комплексуйте. До новых встреч. Пока.